Свечник типа. Не, да. А, это шкатулка. Золото. Угу. Лучше бы золото, бриллианты здесь еще были насыпаны. Игрушки всевозможные, стол интересный. Смотри, какая лягушка интересная. Ну, да, 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 Андрюш, пора учить итальянский. С такими темпами. Здесь. По сути, интересная тоже вещь. Германия. Да, вот это, кстати, набор сухих. Неплохо. Да, симпатичное состояние. 80-е годы, Германия. Состояние огонь. Состояние огонь. И почем такой комплектик? Я хочу вот так понял, что ты не поштучный, ты поштучный. Ну комплектом, их надо комплектом, да, продавать, да. Продавать можно все намного дороже. Да. Вот так за всю пиццу. Это там по 125. Ну, совсем дурно. Чайник один 250. Да, есть перекупыши. Его и за 500 будут продавать, ты сам знаешь, есть такие. Не, я за 500 все. Угу. Это цена. Огонь вообще. Состояние нульцевое. Ну я уже... Знал, человек, как готовы, 80. Да. Он сказал 80. Да, класс. Что, это? Что же немцы какие тут? Нет, нет, вот это 50-60-е годы. Советская. Интересно, сделано первый раз такую встречу. Третий раз она попадает. Я первый раз такую увидел. Есть такие с оттенком синим, понял. Есть такие конфетнички на ножках. А что вот это за фигурка? А это немецкая. А, немцы, да? Да. Я что-то думал, что советская. Какая интересная. Ну, вот, друзья, огонь, кого что заинтересует. Есть контакт продавца. Сможем организовать отправку. А, это олово? Это олово. Я думал, что-то чугун. Ну, это олово. А есть еще типа там касты, пульса. Главное, что продавец всегда говорит правду. Нет, а то есть такие умельцы, знаешь, что доверите, чудо. Ну, вот есть же отморозки, ты сам знаешь. У меня нема, я говорю так, как они. Что есть отморозки. А их тут половина. Вот это турецкая. Турция, да, обычно индусы. Наверное, какую-то мыльницу похожа. Чем-то похоже на мыльницу для бани, типа вот такого. Не знаю, все может быть. Я точно. Да. Что-то такое для паштета. А, ну может и так. Вот мне что-то вот. Я склоняюсь к этому больше. Я думал, для икры нет. Но большое. Да нет, для икорни. Икорница слишком большая. А вот для паштета такое, что на хлеб мало да. Ребята, лучше. В общем, кто разбирается, напишите в комментариях, может вы сталкивались. Для чего это конкретно? И почем такая? Вообще дурняк. Что эти, друзья, цены просто антикризисные, антивоенные. Так, вот у нас интересный стол. Такой у нас 40, правильно? Да, 40. 40 гривен. Так, что у нас еще интересного? Вот эта штучка, да? Стовчик 150. Ну, старая городница. Ничего себе. Даже есть в тесте клеймо 336. Класс. Вот это тоже интересное. 50 гривен. Да нет, таких цен не мает. Тем более перед пасхальным. Торгуются до последнего, да? Из продавца выжимая все соки. Да, и вот это из... Коростин.
Какие 50 гривен? Легонький, натуральный комфортчик. И такие помпиничи. Там по-моему тоже пыльные. Да, Будда. Да. Уже все. Эксклюзив, завод. Да, да, потому и... Завод разрушен. Золото все на месте. Угу. Достаточно редкие. Я такого даже не встречал еще. Класс. Как он лежал. Опс. Это утенок, это самое, не знаю. Есть там клеймо, нету клейма. Забыла. Нет, нема. Нет. Значит, очень дорогой. Раз без клейма, это Кузнецов. 50 гривен. Там будет Кузнецов. Что у нас тут еще? Сумочки. Мелочок. Бижутерия. Вот такие фуражки. Ничего себе. Такие фуражки. 50 гривен такая фуражка по нам. Хочешь вот так одеть, угу. Хочешь вот так одеть. Огонь. О, так это прям Панама уже. Да. Да. Бомба. Ну что, подка, еще вторая много. Есть, да? Порядок. Можно сразу комплект на семью купить. Так она взроблена, гляди. 77-й, 45 год. Свердловская, это, хотела сказать, 90-й. Свердловская швейная фабрика. Угу. Размеры разные. Маленький, это самый большой. 67-й. Это же где оно, состояние идеальное, это же где оно вылежало. Так, это катоны. Так продолжение еще есть. Вот сюда вот тканина, кусок тканины сюда еще цепляется. Обалдеть. Вот, смотри. Вот. А, даже с собой есть. Целая, ну, сумка, да, этого добра. Вот. Она вот так там цепляется, вот так вот. И а, вот это так. Защита уже от всего. Да? Как раз актуально в магазин ходить, в ВТБ, чтобы маску не требовали. Нацепить вперед. Так, а что по корзинам у нас? Это же актуально сейчас будет. Да, да, корзины, приближение Пасхи. 100 гривен, 50 гривен. И вот такая вот 150 гривен. Потому что таких красота. Нету. Если это еще можно. Это же советская, сделать, да, еще белая? Да. А вот это уже не делается и не сделается. И маленький дефект. Ну, но это производственный. Вот а, ну это. Да, это же так оно вот. Есть, когда соединяли. Вот. Да, да. Тут огонь. Что, кого заинтересует? Сегодня у нас что, суббота, видео будет где-то в понедельник, вторник, на следующей неделе прибегайте. Кому что, и одежда есть, короче, все, что захотите, все вам подберут. Кринки, вот эти кринки по 20 гривен, горшки. Ага, это у нас под картошечку, это, под да. Маско, все как положено. Картошка, грибы, у кого есть, можно мясо положить. Что так, друзья, запомните стол. Всегда в этом районе продавец плюс-минус. Возле камеры хранения ориентир. И подходите, камень, находите, вот да. Камень. И вот камень тоже как ориентир вам будет. А, и чемодан, да, это же тоже ваш? Нет, чемодан не мой. А, я думал, чемодан тоже ваш. Снимем отдельно. Так, ну в общем все, чемодан он тоже. 400 гривен, кому надо, здесь рядом. Заходите. Добрались до еще одной интересной точки. Реально сейчас барахолка просто бомба. Несмотря на все, ой, так, ножички для любителей холодного оружия. Ручка. Угу, это ручка Текстолит. Рядом Германия, фабричная ручка. Да, круто сделано. Оп. Это 450, да? Да. Ага, ух ты. Первый раз вижу козью ножку с таким вот оформлением интересным. И на лезвии там, посмотри, гравировочка. Угу. Тёгр. Тоже, друзья, есть координаты продавца, связь, кого что заинтересует. Помогу вам купить без каких-либо перекупических, как я сказать, перекупских наценок. Угу. Так что, друзья, по скидке, по промокоду Барахолка ТВ всегда можно с продавцами договориться на дополнительные скидочки. Не забывайте об этом.
Так. Часики всевозможные. Пилот такой вот. Полет, боже мой, пилот. Номерное. Видите, уже вот человеки смотрят. Движ на барахолке, реально мощный. Что у нас здесь? Светильничек интересный. Советский, цена 5 рублей. Рюкзак. А рюкзачок почем? 120 гривен. Такой вот рюкзачок всего 120 гривен. Рюкзак какой? Друзья, чемодан продан онлайн. 400 гривен стоил, уже люди забирают. Долго не пришлось даже ему стоять. Что? Вот так вот, барахолка работает. Часики всевозможные. Куча всего интересного. Бижутерия, в общем, рыться не перерыться. Интересно. Красота. Вот иконка симпатичная. В общем, интересного товара достаточно. Здесь собачка. Мишка такой интересный, олимпийский. Белочка, городница. Сталин. Вот товарчик, огонь. Как поживаем? Нормально, насколько это может быть в этих... Согласна с тобой. В этой обстановке. Да, обстановка. А какой цена? Хорошо, 100 гривен. Это тунечка. Короче, на одежду бум, да, прям? Берите дешевле, девочки, с пирогом. Берите за 50 гривен. Ну, а что делать? Продажа онлайн. Радуюсь. А так торгуются сразу. Что сказала за 50 гривен? Радуюсь. Что это за торговля такая? Вот как? Да, 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 правильно, надо продавать. Да. Так. Все выкину на мусорку. Так вот, друзья, продажа онлайн. Классно. Успели посмотреть, как торгуют люди на барахолке. Машинка для стрижки. Запчасти для мобильных телефонов. Собери себе сам. Соня, а не Nokia какая-то.
Цікаво. Всему слон не открывается. А даже зарядка. Даже зарядка. А что фотик стоит? Ты что там смотрел в интернете? Ну да, да, это тот еще. Да, это все. Я никак не продал, нормально. Ты же сразу берешь, что ты думаешь. Интересно сделано. Весенняя тема такая. Весна, солнышко. Пошел Олег, когда сказали, почем тут не знаю, я говорю, 100. Потом уже за 50 забирать, а не 50 сразу. Какой товар. Радиоволна, сахарница, 30 гривен. Есть чайная пара. А, это уже долго же. Видел. Ромашка, любят, не любят. Гадание в очень интересном цвете. Как ни крути, а встретил в таком цвете первый раз. Не вижу клейма, но интересно сделано, необычно. А почем такая? 200 гривен. Интересно. А майская ночь? 200, да? Цена недорого абсолютно. Это что у нас? Сколько? А такая монетка? 300. Это коллекционная, да? Тут. Понял. Все вроде узнали. Блин. Такие большие, болгарские. Тут трещинка есть. Есть трещинка. А сколько лыжник ваш? 30. А наушники сколько? 50 гривен. Отдельно вот 50 гривен. Скольчик. 40 гривен уже, 40. 30 гривен, но скольчик. Мне надо, чтобы они не упортились. Рынок потихоньку начинает закругляться. Наверное, и мы будем ретироваться. Так что вроде рынок был неплохой. Должно получиться интересное для вас видео. Угу. Интересная такая амплия. Что меня здесь привлек? Такой вот, не знаю, что это, бокал. Не знаю, очень необычный, высокий, большой. Это интересное стекло. Ну, прикольно. Так, друзья, я сейчас покажу одну из своих покупочек. Не одну из своих, а единственную. Все-таки не удержался. Так, в родной коробочке.
А у нас уже... Друзья, вот такая вот красота. Вальтер глаз. Вальтеровское стекло. Сделано в Германии. Made in Germany. Оригинал. Оригинальчик. Вот такая вот конфетница и одновременно подсвечник. Очень добротно сделано. В идеальном сохране. Просто красота. Есть незначительная потеря по золоту, но это наоборот добавляет какой-то красоты этой вещи. Просто, просто бимба. А вон с третьей не надо, нет? Не надо? Точно не надо? Собственно говоря, вот такая красота. Немножко похвастался. Сейчас пойдем еще глянем в верхней части рынка, если что-то интересное. И на сегодня будем закругляться. И на тарелку что-нибудь насыпать. Такой товар тоже различный у ребят. Рыться всякое.